Чешский миллионер Радим Пасер стал не только знаменит, но и интересен немецкой прокуратуре. Не из-за своих миллионов или потраченных в Германии денег, нет. Все дело в том, что он владелец Bugatti Chiron. И он в январе опубликовал вот это видео, как прошлым летом разогнался до 417 км в час на автобане в земле Саксония-Ангольд. На видео есть кадр, где виртуальный спидометр показывает 417 км в час на автомагистрали между Берлином и Магдебургом. Пользователи в комментариях обвинили миллионера в безответственной и опасной езде. Он ответил фразой о хорошей видимости и подчеркнул силу тормозов Bugatti. И хотя на немецких автобанах формально нет ограничения скорости, но если прокуратура найдет в действиях чешского миллионера состав преступления, ему может грозить до 2 лет заключения. Ну или солидный штраф. Это расследование может сыграть злую шутку с миллионером. Дело в том, что 7 лет назад Пасер уже разгонялся на немецком автобане до 400 км в час. Правда, на другой машине – Bugatti Veyron. И оба раза, что в 2015, что в 2021, выкладывал видео на YouTube. Последний ролик, кстати, уже набрал почти 10 миллионов просмотров. Разгон в одиночку на автобане может быть нарушением, если водитель едет с неуместной скоростью, или его стиль езды нарушает правила ПДД, или является безрассудным. Так говорится в немецком уголовном кодексе. Сам богатый автогонщик заявил, что видимость была хорошей, а приоритетом на протяжении всей поездки была безопасность. Но поскольку прокуратура возбудила против чешского миллионера дело, свои аргументы стороны уже представят в суде.